Всем привет, дорогие друзья, с вами Никс, и я рад вас приветствовать на новенькую серию по BIMG Drive. И, кстати, что я заметил, давно не было вообще серии по BIM-ке. Реально, но я обожаю эту игру, серьезно. Вот ставь лайк, если хочешь, прям вот частенько прям вот BIM-ку, реально. Сегодня такой сценарий, братва. Сегодня, короче, молодой юноша. Можете дать ему прозвище в комментариях, я обязательно ознакомлюсь и поддержу, там, пролайкайте, ну, как вы там все знаете, короче, сами. Вот, молодой юноша, короче, ну, купил такую вот из-под деда, можно сказать, семерочку. Досталась она, ну, в принципе, от дедушки. Он ее решил, ну, как-то немножко, она была все равно уже, там, знаете, вот это вот, хром уже отходил, и все, что там такое вообще, что там случилось-то, кому там, блядь, бибикаешь-то, алло, ты видишь, я разговариваю, блядь. Короче, вот, они меня так и будут перебивать, да? Они там что, разъехаться не могут? Мне что, помочь, что ли, биту достать, что ли? Она у меня, кстати, вон, вот там, ну, под сиденьком, короче, слева лежит. Короче, молодой юноша. Как я уже ранее говорил, вот из-под дедушки. Ну, знаете, вот это вот на бампере, вот этот весь хром, он же облезает. Облезает. Правильно? Правильно. А здесь тоже. Он, короче, ее восстановил, благо детали недорогие. Это все можно было найти на разборках. Он все это нашел, все сделал. Катки такие, но более-менее поставил. Это же не кованые. По-моему, кованые. А может, и не кованые, я хрен его знает. Короче, все нормально тут. Салончик, смотрите, какой. Вообще шикардос, да? Он вообще, видите, значок черненький сделал. Черненький. Ну, на стиле пацанчик. И, короче, он такой, для чего взял-то? Для дрифта. Для дрифта. Хоть у нас и сухая погода. Он думает, что на ней можно нормально навалить. Поэтому мы сейчас разворачиваемся. Сначала мы сейчас ее, конечно, ну, максималку он хочет затестить. Максималочку затестить. Так, ну сколько там показывает, а, спидометр? Если не врет, конечно. Я решил с трафиком, ну, чтобы, ну, поинтереснее там, чтобы было. Смотрите, молодой домой рвется. Да мама ждет, говорит. О, блядь. О, не успел замедлить, блядь. Ну все, перевертыш, блядь. Ну, перевертыш, ну ты куда ты? Ну куда ты так начался-то? Ну ты с ума сошел, что ли? Ну хотя бы можно посмотреть, что снизу. А снизу у нас, ну, стандарт. Да, там вот вообще ничего не держится. Мотор вообще, по-моему, не существует мотора такового, да? Кстати, а мотор? Я, кстати, не смотрел. Че под капотом у нас? Открываю. Ну это вот советская вот эта вот сборка. Знаете ли она? Так, сейчас. А тогда понятно. Сзади, что ли, движок-то? А, на батарейках, наверное. Ладно, все, давайте, все, все. Юноша готов, все. Он готов наваливать сейчас прям. Зайти в любой поворот, вообще без вопросов. Он говорит, все, ну что, учимся, учимся же дрифтить-то. Учимся, все хорошо. Да, спидометр вообще 120 км в час. Он летит, он знает поворот, он знает то, что он... Горочка, горочка. Ой, ты... Занос повело-то как. Ох ты, ё-моё, он выруливает. Пытается выруливать. Нет, 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 нет. Нет, это неизбежно, видимо, неизбежно. Ёпа, на, конечно, мордашку. Нахуй, братца, нахер мордашку эту, нахер просто, реально. Ой, да, конечно, молодой юноша. Она на ходу, конечно, она на ходу-то будет. А мотора-то нихуя нету. Да. Да, ну, да, извините, сборка была такая. Я нашел 1.8, кстати, мотор. 1.8, но его такого не существует. Кстати, а подождите, а может быть, мне залезть сейчас в настройки тачки? Так, тюнинг. Ой, подожди. Детали? Бады. Бады. О, бады. Так, где у нас тут? Вот, engine. О, подожди-ка, 1.9 литра есть. Секундочку. Секундочку. По-моему, так такового опять движка и нету. Да, ну 1.9, слушайте, куда поприятнее будет ехать, согласитесь? А что-то ничего не изменилось, по-моему, нет? Или вы чувствуете что-нибудь? Я только чувствую прилив силы максимально. Расслабленность в такой поездке, я думаю. Вот здесь прыжок. Ух ты!
У меня, если честно, сейчас чуть сердце не вышло просто. Но, походу, мы паренька прощаем. Прощаем, да, хорош. Но выруливай. Газку даю. Зря дал. Колесо не поворачивает. Ну все, это все. Это реально все. Ну все. Ну знаете ли, что я вам скажу? Что я вам скажу? Что это еще нормально. Можно таким ездить. Можно с такой поврежденностью еще ездить. Правда, колесо уже правое повело. Но нам похеру вообще. Что там повел? А нет, нет, не похеру. Нормально все, нормально. Короче, все, надо дрифтить, реально. Хватит уже. А тут слики поставить. Какие слики в жопу? Это зацеп больше. О, сейчас нормально, кстати. Сейчас нормально. Вышел. Юноша-то у нас, так сказать, не из первой пробирки. Что? Пробирка? Да, такая, знаете, химическая пробирка. Вот здесь вот. Ой, хорошо, на бордюрчик нормально все. Так, я держусь. Ну, в смысле, он держится. И сейчас давайте вот здесь. Это опасный маневр. Там никого нету. Прикиньте, так перелететь кого-нибудь. Это же вообще там с ума сойдет человек. Дурак! Ручник не работает! Ручник не работает, и все. Пизда. И пизда просто. Колеса просто. Нахер ты их покупал? Все равно им кабзда. Ладно, начнем заново. Надо дрифтецкий показать, нормальный. О! Немножко так, притерли. Волжаночка, твое время уже убыло. Вот сейчас на чем реально пацанчики гоняют. А не то, что на Волгаре. Давай. Сейчас, вот он поворот хитро выебный. Вот. Блядь. А он, блядь, не заметил его. А вот так вот бывает. А скорость-то видели, какая на спидометре? Там, блядь, в космос улететь можно нахер, блядь. Реально, еще не пристегнутый вообще полностью. Сиденька просто не держится, она там болтается нахер. На скорости, да. Давай. Мы разгоняемся. Вообще разгоняемся. Вот здесь вот я решил зайти. Хуевая попытка, братан. Хуевая попыточка. Надо резче, газком-то работать, резче, педальку-то нажимать, как бы. И ручничок, и тут газульку, все. Так, здесь он решил подкатить вот так вот к остановочке, забрать человечка, потом дальше поехать. Так, ну он по горке, она хреново едет, вторая передача. Тянет прям до высоких оборотов. Ух ты, там сейчас движок-то покипит уже. Кипит движок сейчас. Нормально. А вы чё такие нормальные-то? Я ничего не понял. Трафик-то вы чё? Вы как... О, тихо. Занос. О, блин. О, вытянул. Ты чё делаешь-то? Зачем ты это сделал? Я понимаю, что ты трёх колёс на велосипеде едешь. Но, блядь, ну давай-ка ты будешь немножко поосторожнее. Видишь, тут дядя. Ой, блядь, все. Нет. Ну там пизда уже, колесо там все просто, уже все вмялось нахер в салон. Колесо уже никак там не могло крутиться, я не знаю, как машина еще была на ходу. Видимо, три колеса это сила, а два еще лучше. Так, ну прыжок веры сделаем на сегодня-то. Прыжок веры, видимо, сегодня не сделаем. Вот это... Там подстава была. Жена, нормально уж. Реально, давай соберись уже. Че, это дрифт, что ли? Ты это называешь дрифтом? Да какой-то дрифт, это вообще говно какое-то, размусоленное. Молодой юноша просто. Ну, молодой, че, зелень еще такая, зелень. Да, блядь, которой я говорю, сам-то еще. Сопелька на сопельке. Ладно, так. Прыжок веры, смотрите, какой крутой. Что-то, блядь, не понял, где встречное движение? Я что, без встречного движения играю или что? Вот здесь вот. Тихо, зацеп. Вот так вот, правильно. Развернулись. Нормально. Нормально, чуваки. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Может, еще трассы не там. Может, надо было в натуре взять жесткую трассу под дрифт. И тогда уже нормально. О, смотри, что делает, пацанчик. Блядь, развернула, сука. Развернула, она бывает, ничего страшного. Сразу есть что, скорая рядом. А, да.
О, братан, слушай, а чё, тебе нормально так вообще? Ладно, давай, бывай. Нормально он там вписался. Так, спокойненько сейчас здесь схожу. Да чё их нахуй её разворачивать? Ничего не понимаю. Ни хера её же разворачивать-то. Чё там происходит-то такое вообще? Во-во-во, здесь сейчас вообще идеальный момент. Что-то встали тут. Я вот так вот, оп. Братан, смотри, как уметь надо заворачивать. Ну всё, чё, ёпта. Какие проблемы-то? Так, сейчас все будет, надеюсь. Но она просто маломощная. Я пытался вытянуть. Но сразу радиатору пизда. Просто такого забора. Забор-то целый. Хотя должно быть наоборот, потому что. Так, блядь, я не могу так, ее надо восстановить. По-бырому восстанавливаем все. Блин, может побольше трафик сделать, потому что что-то мне вообще машины, ну, на встречку, по крайней мере, на горках не попадается. Либо это специально ему так везет. Хотя, блядь, какой везет, он так расхреначивался. Так, вот здесь вот. А, я обманул сам себя, он сам себя тоже обманул. И, в принципе, все довольны. Так, подожди. И что-то это вообще не нравится. Почему она не заходит-то нормально в поворот? Я думал, почему в городе-то... О, да-да-да-да-да, вот это идеально, но она скидывает. Я думаю, потому что, знаете почему? Надо, видимо, ручную коробку делать. На ручной коробке будет гораздо лучше. Надо на робот... Да тут, наверное, робот или там человек просто сидит... У нас ДТП. Нас ЗТП. Этому-то ничего. У него что, мы попали-то ему буквально-то в этот грузовой отсек. А нам-то, слушайте, нормально так. Это все, это, блядь, все. На свалку просто выкидывай, металлолом сдавай, и все. И новую покупай. А вот она новая. И я выкрутился. Он выкрутился, я выкрутился. Все выкрутились. Так, братан, давай только там своими вот этими трехколесными, блядь, педалями там. Нормально, чтобы все было. Так. Надо реально уже начать делать движуху. Начать, так сказать, суетить. Так, суетим. Суетим. В машине же тоже качается. Я тоже, блядь, качаю, как дурак, головой. Все начинающие. Так, подожди, стоп. Если мы сделаем по-другому, сделаем вообще шикардос. Сейчас все будет. Смотрите, мы сделаем здесь сток. Мы стейдж 2 нахуй делаем. Stage 2 просто делаем. Не, подожди. Стоп. Погоди, ты куда, молодой, торопишься-то? Сейчас я... Я просто нихуя не знаю, тут вообще как делать. Так, подожди. Нитрос. Ахуй нам нитро? Это хрен его знает. Пускай понадобится, может быть. Ну, 1.6 у нас только есть. 1.9 я поставил, но разница, по-моему, невелика. Попробуем поставить вот этот вот. О. По-другому зазвучало. Так, подожди, а как на ручную коробку сделать? Глядишь, я... Так, подожди, как ручную коробку сделать? Управление, так. Подожди. Так, вехикле. Газ, тормоз. Задняя передача. Так, подожди. Сменить режим КПП. А, Q. А, подожди, так, понял, все, хорошо, базару ноль. Сейчас, друзья, сейчас я тут разберусь, что с чем. Так, следующая передача. X, Z. Ага, понял, все, окей. Давай, раздувайся. Вот это другое дело, согласитесь, да? Все равно что-то не хватает. А что не хватает? Скидывай нахуй на первую передачу. Сейчас кинем. Просто кинем, отвечаю. Давай. Давай на вторую переходи. На третью. Там никого, надеюсь, нету. Блять, какой режим? Перепутал клавиши. Ничего страшного. Скидываем вторую.
Ой, сорян, немножко, да, неприятно было. Здесь заходим в поворот. Да ну, блядь, мне надо учиться самому, блядь, чем ему. Поехали. О, сланча. Хотя не ебучу такое. Сланч бокса? Наверное. О, как она херачит-то мощно, а. Так, давай здесь попробуем. Блядь, я не вытягивает, я не могу. Блядь, ебаный в рот, блядь. Не вытягивает нахуй, не вытягивает, блядь. Похуй вообще, я в зону спустил, я вообще поебать вообще. Похую, блядь. Во-во-во. Блядь, саный бордюр. Ладно, ничего страшного, такое тоже бывает. Давай, давай, давай. Деточка, деточка, малюха, давай, раздуйся. Ну это что-то такое, ну такое, бля. Немножко, немножко не самое. Неинтересненько. Давай. Третья передача. Блять, ее сейчас занесет. Я занесу, блядь. Ее занесло, и все, я не знаю, что. Я ничего не смогу сделать. Ну ничего, что я смогу здесь сделать? Посмотрите на это просто. Все, блядь, тут пизда, все, нахуй. Все, место водителя просто нахер. На, все. И все. Понимаете? Что тут сказать? И в алгарю тоже досталось. Да. Она на ходу. Она на ходу, все пучком. Ой, я не могу, блядь. Давай, давай, раздувайся. О! А, блядь! Ну все, задний мост задний вынесло просто. Я надеюсь, я активировался. Все, активировался. Подожди. Давай в коробку, подожди, аркада. Как получится шашки, думаете, получится сделать на этой машине? От видом. О, блядь, какой вид! Я вернулся. Так, все, давайте спокойненько сейчас сделаем хоть что-то в этой серии. Потому что, ну, практика показала, что молодой юноша-то не умеет, но ему еще учиться. Но умеет вот так вот раздавать. Пизда. Тут все, блядь, просто масло на хлеб намазал. Ой, какие звуки страшные. Страшные звуки прям, жесть. О, да, колесо, ну колесо, да, понятно, что тут в такой ситуации не выжить. Кстати, я тут сейчас прямо придумал. Давайте, если вы, ну, поддержите в комментариях, соответственно, ну, я же не знаю, что вы хотите, может, вы что-то хотите, мне кто-то там написал, но не суть. Я думаю, может, сделать нам тест на безопасность. То есть мы выставляем машины, ну, это только что придумал, мы выставляем, короче, машины и тестируем их, какая машина безопасна. Ну, то есть как... Там вот этот металл себя поведет, еще что-нибудь. И будем по баллам выставлять. Колесо крутится. Бабки в такой ситуации должны мутиться. По-любому. Короче... Все, тут вообще просто разложение конкретное, блин. Это самая страшная, наверное, авария. Ну, одна из самых возможных вообще страшных аварий. Реально. Это реально жестко. В общем, такая серия получилась. Молодой юноша будет учиться. Будет учиться. Точно. Дрифту. Но... Сказать, не сказать, что за ним будет закреплена именно вот эта семерка, потому что она ни хрена не едет. Вот ни хрена она не едет просто. Реально, ни хрена она не едет. И такими темпами вот машина просто будет превращаться вот в нечто такое. Я надеюсь, вам понравилась серия. Обязательно ставьте лукасы, подписывайтесь на мой канал. Просто в таком... Чё волжарик делает? Блин, чё делает?
Ой, боже. Видимо, здесь место такое какое-то, а аномалия здесь какая-то. Смотрите, что они делают. Они дальше не едут. Видимо, им запрещено. В общем, подписывайтесь на мой канал, обязательно поддержите этот ролик лайком, ставьте колокольчик. Ой, в смысле, ну да, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Никс, всем удачи, всем пока-пока.